Всем, ребят, привет! Сегодня я отправился на поисках металла. Я взял ориентировку у своего комрада Илюхи Дубровина. Он на работе, со мной не поехал, и он сдал мне координаты, геолокацию одного местечка. Пока был интернет, ехал, все нормально было. Но когда приехал на это место, наша всеми известная Алиса сказала: все, вы на месте. Но просто по точке я видел, что нужно еще проехать километр полтора-два в ту сторону. Но, к сожалению, дорог нету. Может быть, вон там он была дорога вдоль лесополосы, но ее распахали как противопожарную. И остановился здесь. Место достаточно интересное тем, что такое, знаете, кругом есть на распашке старый кирпич. Кое-где что-то видно было здесь. И мы посмотрим. Мусора здесь очень много в лесу. Я уже как бы присмотрел. И только сейчас начал видео снимать из-за того, что, ну, возможно, здесь что-то получится. Так что погнали собирать металлолом, который оставили, может быть, наши родители, может, прадеды. Ну, не знаю, посмотрим. Так что пожелайте удачи. Будем собирать сегодня металлолом. Сколько чего получилось. Надеюсь, будет и видео интересным. Итак, ребята, сигнал был цветной. Аська подавала цветной сигнал и выкопала вот такую, ребята, хреновину. Причем в количестве 2 штук. И вот такие вот, ну, достаточно увесистые. Килограмма 3-4, может быть, и весит. Зачетно. Но вот здесь вот, ребята, еще сигналы, железные сигналы. Не цветные, но железные. Есть цветнина тоже. Сейчас вот здесь немножко расширим. Посмотрим, что получится. И, ну, нормальная такая гантелька. Можно покачаться. Зачет. Сейчас еще здесь я расшвыряю. Посмотрим, что интересное. Ребят, пятачок я расшвырял уже. Вытащил вот с этого вот места вот такую же хреновину. Но она легкая, как бы. Не знаю, килограмма 2. Вот, и он продолжает радовать. Здесь вот запчасти какие-то по мелочи. Накидал еще немножко. Вот такой вот, я не знаю, лемех, что ли. Не знаю. И, знаете, еще одна железяка. Вот, да это тоже от такого же. Только самого крестовины нету. А это такая же хреновина. Видите, да? Во. Сейчас я тут еще пошвыряю. Пошвыряю, блядь. Здесь вот немножко еще сигналы какие-то прозванивают. Но они мелкие. Вот сейчас посмотрю, что интересно получится. Ну, а это в машинку, да, ребята? Это, конечно, в машинку отправляется. Фух. Таскать теперь далековато. Ну ладно. Ребят, итог с этой ямки получился вот такой вот. В принципе, все сельхозтехника, за исключением вот это, наверное, от выхлопной системы от трактора. Но она легкая. И вот это вот около дерева была прислонена тоже. Здесь вот ямки есть, копки. Вот. Так что копатели здесь были. И вот это вот откопали и прислонили к дереву. Видно, просто забыли. Потому что таскать за собой металлолом тяжело. Обычно кучки составляют. Иногда забывают. Ладно. Продолжаем, кстати. В лесу вот в этом вот прям лежит металлолом, ребят. Я проходил, прям металлолом там лежит. Сейчас, может, лопату возьмут и отправлюсь. Может, что откопаю интересно. Без металлоискателя. Ну что, ребята, давайте взвесим кое-какие запчасти, чтобы вам было интересно. Итак, находка в двух экземплярах. Вот такой вот что-то. Блин, что-то похоже. По весу, ребята, 3,5. Итого у нас их 2.
Дальше. Вот такая вот хреновина. По весу 2,5. Дальше. Тоже конструкция. Два с половиной. Плуг. Плуг. Вот такой вот. Два 200. Ну, пусть будет 2,5. Нормально? Нормально. Иду, ребята, мелочевку собираю. Вот такого характера. Вал. Вал выпал. А, нет, не вал. Это болт. Хотя болт с резьбой, это без резьбы. Значит, мини-вал. Забираем. Идем, пока мелочевку собираем. Ладно. Идем дальше. Что-то, ребята, еще. Вон там вал, а вот здесь еще что-то. В цветнину бросал. Ну, что это, блядь? О, уже посущественнее. О, какая мотолыжка. Сколько? Ну, килограмма полтора. В сумочку не залезет. Надо рюкзак брать. Ну, а вот, ребята, долгожданная находка. Лемех. Сигналит цветным, так что я прошел мимо него, не смог. Лемех, зачет. Если не ошибаюсь, он что-то 1,5 килограмма весит. Забираем. Забираем. Ребят, хожу по распашке. И вы знаете, кирпич это да, в порядке вещей. Но смотрите, керамика. Советская, но все-таки керамика. Раз керамика. Два керамика. Вот так вот. Здесь могут быть и монеты. Вот это, да? Я думал, здесь как бы... Но, оказывается, могут и встретиться монеты. Зачетно. Будем тогда и мелочь копать. Не просто крупный металл, но и мелочь. Ладно. Там вот озеро. Ребят, чуть позже к озеру пойдем. Жарище вообще страшно, ребят. Я думаю, это спасение мое сегодня. Будем купаться. Надеюсь, что-нибудь подходящее для купания найдем. А ходим мы с прибором Аськой. По металлу вообще зачетный. Думаю, вообще зачетный прибор. Универсальный. Во всех случаях зачетный. И он как автомат Калашникова. Прибор универсальный. Зачет. Ходим, бродим. Пока монет не находим. Но мы выехали не по монетам, а по металлу. Итак, ребята, я вам говорил про пляжик, который здесь находится. Вот пляжик. Я взял с собой металлоискатель. Пляжик он маленький. Вот, но меня заинтересовало другое. Смотрите, здесь раньше были лавочки, но кто-то в свое время в погоне за металлолом их срезал. Вот они, столбушки стоят. Столбушочки стоят. Вон там еще. Я уже здесь один выкопал. Здесь и здесь. То есть, видите, я облагораживаю пляж тем самым. Смотрите, видите, да, дорожка. И многие, наверное, особенно будет печально, если ребятишки бегут к воде и спотыкаются вот об эти вот столбы. Очень печально. Иногда бывает прям больно, за душу берет. Вот, и я столбушки решил выкопать. Выкопал 3 столбушка. Они отмыкают сейчас. Вот первый столбушок, второй и третий. То есть 3 столбушка я уже выкопал. За собой все прикопал и тем самым облагораживаю пляжик. В общем, полезное с приятным. Отдыхаю вот на таком пляже. Ну как отдыхаю, приехал за металлоломом,
а сам телепаюсь. Здесь рыба. Прям вон, прям шуруй. А вон там, по-моему, даже утки. Ладно. Итак, ребят, от копа я получаю удовольствие. Тяжело, да, но удовольствие, оно присутствует. Рядом вода, песочек, металла накопал уже вот столько. Между перекурами по пляжку походил. Всего-навсего одна. Ну какая красивая патина, ребят, вот только посмотрите. Патина синяя. Смотрите, они обычно коричневые, а это фиолетовая. Всего-навсего одна монета. Но, почему я стал снимать, ребят? Вон там был сигнал цветной, и он углублялся все глубже и глубже. И там внутри, смотрите, тавр. Однотавровое сечение, если не ошибаюсь, по механике. Да простят меня механики. По-моему, тавр, однотавровый. Или полтавр, как он называется. Сейчас я буду его выкапывать. Надеюсь, хоть полметра, но он будет. Труды будут оправданы. Кстати, я думал, здесь будет все, когда я трубы эти выкопаю. Но нет. Вон, смотрите, вон, тоже кто-то срезал, вот, труба торчит, вон, труба торчит, потом, вот, труба торчит, и вот труба торчит. По логике, должна быть еще здесь где-то трубы, по логике. Дерево здесь хорошее, если я с ночевкой останусь, без костра точно не останусь. Пацаны звонили. Саня, накоп по монетам. Я говорю, к сожалению, уже выехал. Но копаю металлолом. Вот такой вот металл. Но я бы поехал. Прямо отсюда бы дернул. Но, зараза, вот эта хреновина меня держит. Но все равно я получаю, ребят, удовольствие. Прям полное удовольствие. Так что, надеюсь, вы на копах тоже получаете удовольствие, так же, как я. Ребят, выкопал. Идеальный размер. Идеальный размер. Тем, что в машину как раз полезет. Прям ништяк. И пилить не надо. Идеально. По весу. Ну, сколько она весит? Ну, не знаю, килограмм. Наверное, 15. Может, чуть побольше. Слепни. Здесь, зараза, жуткие. Хороший металл на этом пляже. Вообще хороший. От души. Отмачиваться, отмачиваться. Ну, вот так вот, ребята, прошел у меня сегодня пляжный коп. Кто-то собирает серебро, золото. А мы собираем металлолом. Как-то так. Завтра будет продолжение. А сейчас ужинать. А там посмотрим. Так что приятного вам аппетита и просмотра. Итак, ребят, сегодня у нас царский. Царский будет обед. Приготовление у нас непосредственно вот в таком вот месте. Но дошек, но по-царски. Вы даже не представляете. Находимся от населенного пункта фиг знает где. На речке. Построили вот такой вот мангал. Ну, мы и пользуемся случаем. Прибрали немножко пляжек. И воспользовались вот таким вот чудо. Чудо микроволновкой. Так что приятного мне аппетита. Итак, ребята, на этом я буду заканчивать свое видео. Я и забыл, что сегодня пятница. Вы знаете, по пятницам мы отправляемся на раскопки с друзьями, пошурфить.
Вы знаете, я сегодня выехал в магазин за стройматериалами. Покупал электроящик, автоматы, СИП-провод, краску. В общем, ребята, вот такая-то поездка у меня оказалась копом. Супруга уже волнуется, где ты? Я говорю, вот так-то, так-то заехал на местечко. Ну, я бы не сказал, что по пути. От магазина я сделал 100 километров. Вот, по наводке Илюхи я все-таки до места не доехал. Надо двигаться туда. Пляж. Ребята, сегодня ходили по пляжу. Оказался он не золотой, не серебряный, а железный. Ну, настоящие реальные деньги. Вот, так что на этом и все. Сейчас смотрим то, что я откопал. Ну, откопал нормально. В целом, good. Good, good, good. А сейчас, ребята, отправляюсь домой. И выезжаем на следующий коп. Сразу же едем к пацанам. Пацаны там уже копают. Так что мне нужно поскорее, поскорее, чтобы, как говорится, не уступать. Ну, хотя, да, фору дадим небольшую, да, в полдня. Так что, ладно, погнали. Ребят, по металлу получилось у меня сегодня вот так вот. Загрузил трубы, несколько слоев. Я не знаю, штук, наверное, 13-14 труб. Так, 15. Ведерко набил до отказа мелочью. То ведерко тоже. И вот такое количество. И вот такое количество цветного металла. Тут прям хороший, увесистый. Это у нас медь. Медная труба. Трубка. Вот, получилось как-то так. Нормально, зачетно.